Всем добрый день, меня зовут Велка. Сегодня в моем видео будет рассказ про кардиганы. Этот кардиган я вязала в прошлом году, этот кардиган я вязала 3 года назад. Ну и сегодня в своем видео я расскажу, как эти кардиганы повели себя при носке, что с ними случилось, что не случилось, довольна ли я. Ну и так, приятного просмотра вам. Ну, хочу сразу сказать, что я из тех вязальщиц, которые свои вязаные изделия на самом деле носят. Я ношу, как говорится, интенсивно. Когда начинается этот осенне-зимний период, осень, зима, весна, я почти каждый день одеваю свои вязаные изделия. И сегодня тоже, вы видите, я одела свое вязаное платье. Вернее, я одела не только сегодня для видео, но я просто в этом платье хожу дома. Платье я вязала в прошлом году. В прошлом году начала, в этом году закончила вязать. Очень довольна платьем, но и на такой сезон на улице холодновато. Квартира, не скажем, что у нас здесь очень жарко, но и тогда вот в таком платье очень удобно ходить, носить. Ну и также вот эти кардиганы я тоже интенсивно носила. Ну и так, сейчас теперь расскажу подробнее о каждом кардигане. Ну, вот мой кардиган, мой красавчик. Этот кардиган связан полностью из остатков пряжи. Ничего специально не покупала. То, что дома было, из того и вязала. Ну, вы видите, что это полотно смотрится, как, знаете, такая меланжевая вязка. Потому что я вязала из 2 разных пряжи, соединяла. Вот этот цвет мяты, коричневый. Бежевый цвет, это пряжа Lana Gold, нет, извиняюсь, Alize Cotton Gold, и добавлял вторую пряжу Lana Gold 800, тоненькая ниточка, 2 разные пряжи по составу добавляла, да, вязала. А эти синие полоски я вязала уже из пряжи Alize Simli, и тоже Alize Lana Gold 800. Alize Simli — это такая блестящая металлическая ниточка. Вот так смотрится. Это синий цвет у меня в основном по низу кардигана. И на рукавах немножко. И что же случилось, когда я соединяла вот 2 такие разные пряжи. Cotton Gold и эту Alize Simli внизу. Первый год, когда я носила кардиганы, кардиган вытянулся на 5 сантиметров длину, ширину ничего не менялось. Второй год, когда я носила, он вытянулся длину уже на 10 сантиметров. И что же случилось? Вот эта синяя пряжа, она, это Simli и Alize 800, я из нее вязала, в принципе, нижнюю часть кардигана. И вот эта верхняя часть, здесь у меня в остальном это Cotton Gold. Cotton Gold, метраж это 200, сколько там, 50 метров в 100 граммах. А Alize Simli это 100 граммах 500 метров. То есть наполовину Simli, Alize Cotton Gold тяжелее Simli. И этот тяжелый верх, он как будто, вы знаете, придавил вот эту нижнюю часть. И вот эта синяя пряжа, Simli, я больше эту синюю пряжу вязала по спинке, чем по переду. И вот так и получилось, что вытянулась больше спинка, чем переда. Ну вот так этот хлопок придавил бедного Simli, и
Ну вот случилось то, что случилось, но как бы там ни было, этот кардиган получил очень много комплиментов, только позитивных таких отзывов, потому что, ну, когда я ходила по улице, да, я чувствовала, что, ну, смотрит на мне, на кардигана. Были случаи, когда чужие совершенно люди, чужие женщины мне подходили и спрашивали, где я купила такой кардиган. Но я думаю, что, ну, это на самом деле очень радует, что, ну, что именно вот чужие люди замечали вот этот мой кардиган. Так что, ну, вот такая судьба у этого кардигана. Но я очень хочу еще раз связать такой кардиган именно вот этих цветах, но вязать только уже специально покупать пряжу для этого кардигана и вязать только из пряжи Cotton Gold. Cotton Gold и добавлять что-то еще там, или тоненький меринос. Но да, вот эти цвета, как получилось, мне самой очень нравится. Ну, такой был рассказ про этот кардиган. Ну, это мой второй кардиган. Этот кардиган я вязала в этом году, весной вязала. Ну, носила все лето, осенью даже носила еще. Что могу сказать? Если тот первый кардиган вытянулся, то этот кардиган вообще ни на сантиметр не вытянулся. Каким он сам после вязания был, таким он и остался при носке. Кардиган связан из пряжи Drops. Это 100% хлопок. Пряжа называется Drops U. Ну, что я могу сказать про эту пряжу Drops U? Единственный минус, который я могу сказать, это было то, что когда я вязала лицевую гладь, эта пряжа начала косить. Но после ВТО я как следует отпарила, постирала, и эта косина исчезла. Ну, другие вязальщицы про эту пряжу отзываются не очень хорошо. Говорит, что вытягивается там, и полотно некрасивое получается. Но не знаю, я только положительно могу отзываться о этой пряже. Единственное, может, на что надо обращать внимание, на номер спиц, которыми мы вяжем. Эта пряжа Drops U продается 3 разные, ну, метражи, да, 50 граммах. У меня была Drops U 8, и там на упаковке было указано, что надо вязать на спицах номер 5. Но я взяла спицы номер 4,5. Может быть, поэтому ничего не вытягивалось, и лицевая гладь, ну, петельки на самом деле смотрятся ровно и аккуратно. Ну, такой был мой рассказ про мои кардиганы. Этот стиль, кажется, называется Color Block. Ну, мне очень нравится вязать в этом стиле, да, и я буду продолжать вязать из этих разных пряжек, потому что получается очень интересное изделие. Ну, а в самом конце, что я еще хотела сказать, я когда уже начала снимать это видео, я получила комментарий под прошлое видео. Там в самом конце я рассказывала и показывала конфеты, которые я купила. И на столе была накрыта скатерть. И моя зрительница написала, что это за скатерть. Интересно смотрится. Эта скатерть вязала моя бабушка. А бабушка вязала и крючком, и спицами, и она еще и вышивала. Я думаю, что я сниму отдельное видео и покажу эти работы своей бабушки. Моей бабушки давно уже нет, но ее работы мы сохранили. И я вот такие воспоминания. И буду, да, сниму видео и расскажу, и покажу работы бабушки тоже. Ну, спасибо за внимание и до новых встреч!